Видение – это умение мечтать. Видение – это умение мечтать. И вот там был разочарованный парень. Ты знаешь, каждый раз, когда Бог хочет что-то открыть тебе, каждый раз, когда Бог хочет из твоей жизни проговорить тебе что-то великое, перевести тебя на новый уровень, почему-то приходят какие-то внутренние разочарования. Я не могу объяснить этот процесс жизни, но почему-то, когда человек приходит в тупик своей жизни, в тяжелую ситуацию жизни, именно тогда вот Господь начинает с ним встречаться, начинает говорить что-то особенное. Вот почему-то я замечал, когда мне особенно было тяжело, тогда особенно был Бог рядом со мной. Потому что вся шелуха отпадает, и выходит только самое ценное, что может быть. И вот Авраам, великий человек Ветхого Завета, был совершенно разочарованным человеком, потому что он до старости не имел детей, у него не было детей. И это так вводило его в глубокую депрессию, причем что он был другом Божьим, Бог разговаривал с ним. И у него был огромный конфликт, как часто у нас конфликт внутри. Мы приходим к Богу и говорим: «Господь, я пришел к тебе, но почему-то так до сих пор я не могу выйти замуж», говорит девушка. Парень говорит: «Я до сих пор хожу, Господь, и я никак не могу прорваться в финансах». Другой говорит: «Я вот столько уже в церкви, я уже столько лет пастор, и у меня так нет никакого плода. Господи, вот в чем причина, как?» И ты знаешь, когда мы приходим в этот тупик, нам нужно полностью сокрушиться. Когда мы полностью сокрушаемся в отношениях с людьми, когда люди, может, критикуют нас, когда все встают против нас, тогда мы должны воззвать к Богу, нам уже больше некуда идти. Тогда мы говорим: «Господи, ну что ты мне дал в моей жизни?» И Авраам сказал именно эти слова. 15 глава Бытие, 2 стих. «Владыка, Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем, этот Елизер из Дамаска». Это был такой крик отчаяния. Он говорит: «Господи, ну что ты мне дашь? Ну что, вот я, да, я люблю тебя, я не хочу от тебя уходить, я хочу жить с тобой, но мои дети уже столько лет, они живут в миру, я уже не знаю, что с ними делать, я уже просто так разочарован». Другой говорит: «Господи, я уже столько лет пытаюсь вести свою церковь, как у меня было 30 человек, так у меня есть 30 человек». Ты знаешь, друзья мои, это слово «начало», конец будет другой. Авраам точно так же воззвал. Он говорит: «Господи, я люблю тебя, я иду на небеса, я знаю, что я твой друг, но что ты дал мне? У меня самое главное – это дети, которых у меня нет». Он говорит: «У меня нет детей, я хочу детей, но их нет». Тогда Господь ему открывает глубокий секрет. Секрет мечты как раз, секрет видения. Слово «видение» в себя включает не структуру лишь только, это умение увидеть что-то глубоко в своем сердце, поверить в это и предоставить Духу Святому самому сделать эту работу. Это немножко сложно, но с другой стороны просто. И смотрите, что говорит Господь. Написано, 4 стих. «И было слово Господа к нему, к Аврааму, и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». Бог ему дает слово, приходит слово «рема». Очень важно зацепиться за слово «рема». Тебе нужно слово «рема». В трудной ситуации слово «рема» – это хотя бы какой-то крючок, за который ты можешь зацепиться. В декабре месяце этого года, вернее, 2012 года, у нас произошла такая тяжелая ситуация, я бы сказал, ну, я делюсь, да, вроде там не надо плакаться, но делюсь. В моей жизни произошел такой еще один этап, реально непознаваемый, я не понял, что это такое, что произошло. Представьте, что я совершенно здоровый парень, молодой, мне еще 40 лет тогда не было, сейчас уже есть 40, 1 января должно было исполниться, за 2 недели до моего дня рождения. Мне становится просто плохо дышать, я просто около дома отбрасываю снег, и чувствую, я задыхаюсь. Вот просто что-то задыхаюсь. Думаю, воздуха сегодня как-то мало. Как-то раз, задыхаюсь. Опять постою, уйдет вроде. Я начинаю снег дальше откидывать. Опять дышу, что-то опять, как будто бы, ну не пойму, что это такое. И потом я взял такую лопату, много снега, прям буквально. И хотел бросить. И чувствую, такая сильная боль в груди. Я раз лопату остановил, посидел, сел на машину, поехал домой. И мне было так плохо, пока я доехал до дома, лег просто спать, выспался. С утра встал. И мы с женой пошли в магазин. Я стал подниматься на первый этаж, просто стал подниматься. И я чувствую тот же самый симптом. И сильно так меня душит. И я жена говорит: «Стой, что с тобой?» Я говорю: «Не знаю, ну давай поднимись на второй этаж». Поднялись на второй этаж, и я чувствую, я падаю практически в обморок. У меня такое давление стало в грудь, я сел на диван и просто жене говорю: «Жена, позвони там, ну что там, хоть к врачу». Вера звонит, и мы слышим эти страшные слова. Она прям буквально разговаривает с врачом, и врач говорит: «У вашего мужа инфаркт, вы садитесь сейчас». И для меня я вдруг понимаю, что я молодой парень, пастор, нормальный человек, у меня какое-то слово страшное — инфаркт, даже звучит страшно. Инфаркт — это отмирание тканей сердца. И конфликт огромный.
Меня привезли в больницу, там везут с этими мигалками. Как правило, когда раньше с мигалками людей везли кого-то, если я ехал на машине, я всегда молился за этих людей, кто там лежит, думаю, Господи, я не знаю, что там происходит, может, этому человеку нужна помощь. И вдруг меня везут по городу с этими мигалками. Представьте, какой конфликт у меня внутри. Я приезжаю в больницу, а мне ставят диагноз инфаркт, все. И я думаю, ужас какой, лежу, но утром потом приходит. И я, да, в эту ночь, у меня всю ночь были спазмы, там меня всяко кололи, там что-то все мне делали всю ночь. Но утром я проснулся живой, и утром я говорю, Господи, что это? Как такое может быть? Я вообще не понимаю, что происходит. И я реально начал прям плакать, и у меня был страх. Я лежу и думаю, Господи, неужели сейчас? И у меня картинки в голове, ужасные картинки. Я представляю вдруг свою жену вдовой, представьте. Я представляю своих детей, которые сидят забытые все в церкви. Сегодня, знаешь, пасторские дети, они всегда на виду. Они всегда ходят, их всегда балуют. Именно по этой причине пасторские дети вырастают часто идиотами. Поэтому я всегда говорю, слушайте, не балуйте моих детей. Пожалуйста, не надо им особой привилегии. Пусть они будут живут как нормальные люди. Пусть поймут, что они просто обыкновенные люди. Но люди всегда к ним особо. И вдруг я понимаю, мои дети, они забытые, сидят на последнем ряду. Я вдруг понимаю, что у меня счета, которые надо оплачивать, там еще кредит за дом, много-много вещей, которые нужно. И у меня все это в голове крутится. И это картинки прям рисуются во мне. Ужасные картинки. Смотрите, что сделал Господь с Авраамом. Картина Авраама была в голове такая. У меня нет детей. И наследник моего дома, этот Елизер. Вот Елизер теперь будет управлять моим домом. У меня никакого будущего. Да, я пойду на небеса. Я в тот момент знал, я пойду на небеса. Но будущего как будто бы никакого нет. Смотрите, что хотел сделать Господь ему. Он хотел его вывести из его вот этой проблемной ситуации и нарисовать другую картину. Тебе принципиально важно увидеть другую картину своей жизни. Видение – это не просто цифра Г12. Видение – это не просто структура, достигать, укоренять, обучать и высылать. Это не это. Видение – это картина в твоем сердце твоего будущего. Ты со мной хоть или нет? Какая картина? Тебе должно прийти слово. И приходит слово к Аврааму. Нет, Авраам, твой сын, он придет из твоих чресел. И знаете, в тот момент мне нужно было просто слово. Я пытался зацепиться каким-то словом. И мне друзья стали писать, все люди там стали писать смс-ки. Я с утра лежу, мне там раз смс-ка от одного брата приходит. Не умрешь, но будешь жить и возвещать дела Господни. Потом раз смс-ки приходят больше. И знаете, это была правда борьба. Реально борьба, потому что я не мог, я правда из больницы выписался, я сразу побежал, стал бегать, заниматься работой, но у меня был потом второй приступ, 8 января. Второй приступ, когда я действительно уже с врачом разговаривал, и он мне сказал, говорит, парень, ты так и ничего не понял, все очень серьезно, поэтому перестань там заниматься этой ерундой. И у меня был конфликт опять, я сижу со врачами, и врачи мне говорят чего-то, как будто бы я сижу на приеме у дьявола. Они мне говорят, наверное, вы очень много курите, поэтому у вас это происходит. И я говорю, да нет, что-то не приходилось. Они говорят, ну, наверное, просто пьете очень много. А алкоголя поменьше вам нужно пить. Я говорю, да я вообще не пью. Они, ну хорошо, наверное, вы просто ведете такой образ жизни. Скорее всего, какой-то целый день за компьютером, целый день играете в игры. Я говорю, да нет, что-то вот и с компьютером не дружу очень так сильно. И мы понимаем, что по всем аспектам никак ничего не проходит. Все что-то как-то вот неестественно. И такая мысль, как бы, ну, парень, ну, вот так вот у тебя в жизни, и вот так теперь ты с этим будешь жить всю жизнь. И мне прописывают гору таблеток и говорят, теперь вам нельзя носить сумки, вам нельзя ходить, вам нельзя то-то, нельзя то-то. Я это слушаю, и мой дух противится, я хочу ходить, я хочу говорить. Я только приехал из больницы, только вышел из санатория. Первая моя мысль была, я думаю, я буду проповедовать. Я вышел здесь за кафедру, стал говорить проповедь. И прямо во время проповеди, я не знаю, братья и сестры, был там кто-нибудь, когда видели этот приступ, мне было так стыдно, что прямо во время проповеди я стою, говорю, и вдруг, опа, чувствую, у меня пошел спазм в сердце. То есть, по сути, сосуды сужаются, это прединфарктное состояние. Я был в шоке в таком, я стою и понимаю, Господи, если я умру за кафедрой, это будет ужаснее не бывает. Я как-то остановился, вызвал другого, сам спустился и отлеживался там. И у меня был вопрос, Господи, что так теперь всегда? Вот всегда жить в этом страхе, что я не могу стоять, не могу говорить. Приходит новость, слава Господу. Она, кстати, раньше пришла, я забыл вам сказать. Новость пришла из моей жизни такая, что у меня не инфаркт. И я думаю, первый позитив. Я врача говорю, ну вы же сказали, что инфаркт. Они говорят, ну мы ошиблись, у вас не инфаркт. И я, уже лучше. Нужно слово. Слово, которое говорит, не умрешь, но будешь жить. Но следующее, к чему я еще веду, я вас до чего еще не довел. Мечты, язык Святого Духа. Дух Святой говорит, мечтай, это его язык. Ты должен рисовать теперь картину. После слова рисуй картину, более ясную.
И я, когда лежал там на этой больничной койке, я говорил: Господи, мне нужна картина. Я не могу увидеть картину себя здоровым. Я пытаюсь, и я все время вижу, опять же, свою жену вдовой, своих детей на последних рядах, куча счетов. Опять все это я начинаю видеть. И когда мы молились с пастором Хорхе, пастор Хорхе говорит: скажи дьяволу спасибо за его картины, потому что все, что говорит тебе дьявол, все, что рисует дьявол в твоем сознании, это значит, Бог хочет все в точности наоборот. И говорит, поэтому картина должна быть в точности наоборот. Твоя жена, она проповедует Евангелие впереди. Твои дети, они тоже проповедники впереди. И значит, твоя церковь, она не будет страдать, а будет еще больше. И твои счета все будут оплачены. Вот картина, которую хочет рисовать тебе Бог. И я пытался в своей голове рисовать. Не рисуется. Нужна какая-то картинка, нужна какая-то зацепка. И вы знаете, я лежу на своей кровати, просто лежу в санатории, отдыхаю, просто думаю. И прям такая мысль приходит. Вот что бы ты сейчас больше всего хотел и желал? Вот как-то естественно, в отношении своего здоровья. А я, представьте, я с трудом хожу до столовой, хожу вот так вот, и мне стыдно просто даже, что люди не понимают же, ты же у тебя две руки, две ноги, ты молодой, и ходишь, семенишь к этой столовой, и я лежу там, и у меня мысль такая приходит. Бегать хочу. Вот бегать. И прям, знаешь, хочу бегать, потому что я всегда бегал раньше. Мне нравилась всегда атмосфера, когда светит солнце, запах, вот не знаю, кто бегал, не бегал, может быть, летом. Лето, солнце, представь, рядом вода, ты бежишь либо в парке, либо по лесу, асфальтированная дорога лучше всего, запах хвои, лучше всего эвкалиптов, это где-нибудь в Калифорнии. Когда я бегал в Калифорнии, я любил там бегать. И вот я лежу на кровати, и такой запах эвкалиптов, запах сосен. И я вижу, я в кроссовках, в шортах, я просто бегу, потный весь, бегу. И мои мозги мне говорят, это невозможно. Ты даже с трудом ходишь в столовую. Но я зацепился за эту картинку. Я говорю, Господи, я знаю, что я буду бежать. Я просто поставил себе условие, что летом я буду бежать, летом. Когда я стал проповедовать, я думаю, просто почувствовал, я буду проповедовать. Но почему мне не сидеть, например? Если ты не можешь стоять, можно сидеть, даже понтово как-то. Люди думают, что я просто креативный парень. А на самом деле я просто не могу стоять, когда проповедую. Ну, пока. Ничего, уже больше могу. И я увидел, что все в жизни зависит от картины. И я возвращаюсь к своей истории, когда я был на своем энкаунтере. Когда я был на энкаунтере с пастором Сезаром, моя картина полностью поменялась тогда. Я увидел, что зачем мне ехать в какую-то Америку, зачем мне ехать в какую-то Германию, если я могу быть счастливым здесь, вот в этой стране, говорить людям на этом языке. И я могу быть счастливым там, где я есть. Только нужна картина. И давайте вернемся к Аврааму. Господь говорит Аврааму. Бытие, 15 глава, 5 стих. «И вывел его вон и сказал, посмотри на небо, сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность». Смотрите, что делает Бог. Бог выводит Авраама. Он дает ему слово сначала, говорит, у тебя будет сын от тебя. Потом говорит, Авраам, тебе нужна картина. Если ты не увидишь, брат или сестра, картину на уровне духа, картинку своей будущей жизни, ничего не получится. Нужна картина. Сестра, нарисуй своего мужа будущего, которого у тебя еще нет. Нарисуй его в своем сознании. Шу, красавца, хороший, прям чудный у меня, любит меня. Знаете, моя жена недавно мне говорит, она говорит, ты знаешь, говорит, я всегда в миру была еще, мирская, говорит, меня окружали парни полупьяные в нашем классе, говорит, такие, да. И у меня жена говорит, я всегда знала, что у меня муж будет меня любить и не будет пить. Вот, говорит, еще в миру была и, говорит, где-то внутри чувствовала. Ну так ведь, Вера, это не то, что я сейчас сказал, не так, я так сказал. Нет, она говорит, я всегда так думала, я всегда знала, что у меня вот муж будет не пьющий и всегда будет, и будет меня любить всегда. И я говорю, слушай, смотри, видение работает. Вы знаете, когда я познакомился с видением 12, я увидел, что это видение картинки, картину, которую ты хочешь увидеть. Порой дьявол, он пытается блокировать твое сознание настолько сильно, что ты не способен увидеть картинку, но увидеть какие-то зацепки о своей картине. Поэтому Бог, даже дав слово Аврааму, он хотел, чтобы Авраам теперь увидел это слово. Не просто услышал слово, он его начал видеть, это слово. Потому что вселенная так устроена, почему-то эти механизмы работают даже у мирских людей. Посмотрите фильм «Секрет», там говорят люди, наверное, колдуны, там какие-то из New Age, говорят люди, а многие, может, не из New Age, но они понимают эту силу мечты. Почему-то они понимали, многие успешные люди, миллионеры, говорят, что видели себя еще до того, как стали миллионерами. Одна, артистка, которая снималась в фильме «Титаник», помните?
Кейт Уинслет мне подсказывает, никак не могу запомнить ее имя, да мне и не надо, я их никого не знаю, этих всех звезд Голливуда. Но я помню, как она, мне моя дочь сказала, говорит, пап, мы же дома общаемся о видении и так далее. И моя дочь говорит, пап, я, говорит, была потрясена, когда услышала о том, что она говорит в детстве, когда еще была маленькая, она сказала, ну, она, когда получала Оскара, когда ей вручали Оскара, она говорит, мне было 6 лет, я стояла в ванной, включала просто свет в ванной, вот эти вот споты включала, брала шампунь вот так вот в руки и стояла с шампунем просто, 6-7-летний ребенок в ванной, и я, говорит, стоял в лучах славы, я уже видела, как я держу Оскара в своих руках, и мне все говорят, спасибо, вы сыграли лучшую роль. Представь, она была в ванной с шампунем просто, но прошли годы, и она оказалась... То, о чем она мечтала, она говорит, дежавю, я где-то это уже видела. Ты замечал, что ты когда-то где-то видел, где-то в сознании своем, в подсознании, я видел. Я помню, когда я служил в армии много лет назад, я сидел на заборе армейском своем, вообще прокуренный, пропитой солдат. И у нас там кто чем занимался, и я сидел на заборе, курил. Я служил в Германии, в ГДР тогда. И я сижу, курю на заборе, и знаешь, и смотрю, вот немцы внизу идут, так немцы просто проходят мимо, ну, гражданские. И мне так хотелось с ними поговорить по-немецки. И я думаю, а как же поговорить-то? Я же не знаю. Я тогда взял учебник немецкого языка, мне было 18-19 лет, учебник нашел немецкого языка за 5 класс, выучил простые фразы, там какие-то, сколько времени сейчас. И мне просто нравилось осуществлять коммуникацию. Я сижу на заборе, на каменном, такой каменный толстый забор был, сижу, курю, проходят немцы внизу, и я им такой, «Wie spät ist es?» Это по-немецки, сколько сейчас времени? И немцы мне что-то там, «Ja, jetzt ist es 5 Uhr», там сейчас там 5 часов. Я вообще не понимаю, что они мне говорят, но суть была не в этом. Я наслаждался коммуникацией. И вы знаете, и в тот момент почему-то у того мирского солдата, почему-то где-то я сидел, и вот какая-то картинка такая была, что, а я любил всегда анекдоты рассказывать, всегда был такой веселым парнем. Я даже не знал, что я буду христианином, что я буду пастором, но я видел как-то вот такую картину, что я стою где-то, рассказываю людям что-то на немецком языке, и люди смеются, и люди как-то воспринимают меня. Потом я вижу даже картину, что я на каких-то других языках что-то говорю, и люди смеются, люди воспринимают. Прошли годы, я даже не заметил, как. Все произошло само собой. Я покаялся, потом поступил в университет, потом как-то закончил университет. И я помню, уже прошли годы, и я в Германии проповедую в какой-то церкви, и я что-то рассказываю, какую-то шутку на немецком языке, и весь зал смеется. И я вдруг думаю, где-то я это видел. Уже много лет назад я видел эту где-то картину. Я ее отмотал назад и думаю, точно, когда я сидел на заборе, тогда еще я эту картину видел. Друзья мои, если у мирских людей работает понимание картины и видения, и как будто бы вся вселенная помогает им в их мечтах, то тем более Бог поможет своим детям, когда они начинают мечтать Его мечтами, когда мы хотим принести Его царство на эту землю. Иисус молился. Его молитва отличалась от молитвы нашей, заметьте. Луки 13 глава, интересные слова, 11 глава, простите, там 1-2 стихи говорят, можете не открывать, это где Иисус говорит о молитве «Отче наш». К нему подходит ученик и говорит ученик Иисусу Христу, «Научи нас молиться, как Иоанн учил учеников своих». Иисус говорит, когда молитесь, говорите, и Он говорит это слово «говорите». Когда Он сказал слово «говорите», это значит «имейте в виду от всего сердца». Это была мечта Иисуса. По сути, это была картинка, которую рисовал Иисус в своем сознании и рисовал ее по отношению к ученикам. Он говорит, когда вы молитесь, говорите, «Отче мой, сущий на небесах». Люди молятся постоянно то иконам, то умершим бабушкам, молятся кому угодно, пастору, святым, и никак не поймут, что мы просим. Вот это то, что у нас есть, мы просим, «Отец мой, ты живешь на небесах, да светится имя твое». И потом, вот его была мечта, «Да придет царствие твое». На землю, такое же, какое оно на небесах. Иисус говорит, я был на небесах, я видел на небесах, как поют ангелы. Я просто видел, как они поют. Поэтому ваше прославление меня не вставляет. Он говорит, понимаешь, я видел, как проповедовал Отец на небесах и желание Отца. Вот поэтому меня не очень вдохновляют проповеди ваших пасторов и ваших служителей на земле. Потому что половину из них думают о том, как заработать денег, половину думают о том, как бы еще их физиономия появилась на обложке журнала, как еще где-то засветиться, но они не делают это для меня. И тот же самый Иисус в Евангелии от Иоанна в 4 главе говорит, в 5 главе, простите, 44 стих, говорит, «Вы принимаете славу друг от друга, а славы, которые от единого Бога, не ищете». То есть он говорит другими словами, ищите славы от Бога, чтобы он вас возблагодарил. Заметьте, Иисус не молился о том, чтобы у него была жена, хотя он был не женатый. Заметьте, что Иисус не молился о машине, хотя у него не было машины. Он не молился о работе и не молился о деньгах, он молился о чем-то большем.
В его картине сознания было Царствие Божие, чтобы оно пришло сюда на землю. То есть, другими словами, он хотел такую картину нарисовать ученикам, чтобы это была чистота отношений, это была прекрасная церковь, где люди любят друг друга. Он видел, как ангелы общаются друг с другом, поэтому он смотрел на землю и видел, как люди общаются друг с другом. Знаешь, люди общаются плохо друг с другом, в церквях общаются, и вы знаете, ну, неправильно общаются друг с другом. И я помню, когда я стал рисовать картинку в своем сердце, я стал говорить: «Господи, мне так нужна церковь». Это я еще рассказываю про тот момент, про момент старый. Мне нужно было за что-то зацепиться. И я начал просто рисовать в своей голове картины. Говорю: «Господь, хочется так церковь 600 человек». Вот 600 хотя бы, нас было 150 тогда. И я так, знаете, стал думать: 600, мне казалось, так нереально. Потом, правда, почему-то сразу следующая цифра прыгнула. Тысяча, тысячная церковь, звучит красиво. Тысячная церковь, тысяча человек. И потом понимаю, дурь какая-то, нас 150. И то из нас половина из этих 150, это прям реально невменяемые. Смотришь на них, кажется, они уже одной ногой в миру, эти все люди. И я думаю: «Господи, это нереально». И вы знаете, Дух Святой через энкаунтеры как будто бы стал говорить в мое сердце: «Это не твоя работа, это моя работа». Поэтому Иисус именно молился в первую очередь. Он держал фокус, чтобы мы не меняли свой фокус. Вот моя картина жизни. А как это будет, я не знаю. Дух Святой сам устроит. Я лишь только иду в этом направлении, а Дух Святой сам все сделает, друзья мои. Поэтому я хочу вам дать как бы четыре пункта, чтобы видение стало реальностью. Это вот для вас. Итак, друзья мои, первый пункт. Проси у Духа Святого картину видения. Проси у Духа Святого картину видения, чтобы за что-то зацепиться. Чем яснее будет картина в твоем сердце, чем легче Духу Святому работать в этом. Поэтому для меня было так важно в моем выздоровлении видеть себя бегущим. Я себя вижу, я бегу летом в кроссовках. Хотя мой врач сказал, что я больше бегать буду никогда, не буду. Но представьте, он мне говорит: никогда. Даже если честно говорю, сейчас говорю, и симптомы вылазят. Я с Хорхе сидел вчера, устал так немного. Я говорю: «Хорхе, опять у меня симптомы». Он говорит: «Это голос дьявола». Он говорит: «Ты принимай лекарство, как и положено, лекарство принимай, а говорит, а картинку держи Божью, а не картинку, которую тебе говорит дьявол». Дьявол всегда будет тебе рисовать картину поражения. Он всегда будет тебе говорить, что ты останешься одна на всю жизнь. Дьявол всегда будет тебе говорить, что ты пастор никчемный. И всегда найдутся люди, которые поддержат видение дьявола. Они всегда покажут тебе ту неправильную картинку и твои слабости. Они всегда найдутся, и этот будет голос такой, который будет говорить: это видение работает, но не для тебя. Ты видел, какие они колумбийцы? Какие они? Вот у них работает. Они страстные колумбийцы. Мы русские другие. Мы русские ленивые. Мы живем в северной стране. Мы отмороженные. Еще чего-то придумают. Всякие глупости. Ну ладно, 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 хорошо. Потом ты увидишь, что ну ладно, успокоишься. Потом тебе кто-то скажет, кто-то: ну правильно, Павел Рындич, он ведь на двух языках, на трех говорит. Он ведь вот туда-сюда, туды-сюды. Ну ты же не такой, посмотри на себя. Слушай, Павел Рындич всего 12 лет, не 12, простите, в 93-м году, сколько там? Правда 20, 19 лет назад. Я был простым стрелочником, просто на железной дороге. Это правда? Я работал на железной дороге обыкновенным стрелочником. Все, ни образования, ничего. Я чумазый был, работал, стрелки переводил у поездов, причем плохо переводил. Потому что даже иногда были аварии там. И вы знаете, мне казалось, вот, Господи, что можно из меня получиться? Даже стрелочник никчемный. Но, друзья мои, надо смотреть не на то, что ты из себя представляешь сейчас. Авраам был никчемный человек в тот момент. Никчемный, ничего из него не могло получиться в тот момент. Но Бог ему сказал: Авраам, именно через тебя я хочу сделать великое. Поверь ты в себя. Ведь по сути Бог хотел сказать Аврааму: Авраам, я в тебя верю, ну ты-то в себя поверь. Друзья мои, все, что хочет Бог сказать тебе, сказать, что Бог в тебя верит, в тебя. Сколько раз я видел эту страшную картину в своей жизни, когда стоит девушка, красивая, молодая, наполненная верой, со слезами вот с такими вот и говорит: я никогда не выйду замуж. Я все время думаю: Боже мой, какое безумие. Кто может объяснить человеку, что она не выйдет замуж, когда она красивая, полная сил? Когда я смотрю на наших пасторов в России, вот если честно, смотря на наших пасторов русских, вот я вижу хороших людей. Я не вижу, люди часто жалуются на пасторов, что-то говорят. Я думаю, что Бог дураков пасторами не ставит. Он ставит пасторами нормальных людей. Но они где-то потеряли видение, они где-то потеряли картинку. Но в то же самое время
как только люди начинают верить сами в себя, они начинают рисовать другую картину своей жизни. Все начинает работать. Вот именно по этой причине многие наркозависимые становятся хорошими пасторами и отличными пасторами. И этот феномен, который многие люди даже не поймут сегодня, они говорят, как человек был в наркотиках еще 5 лет назад, а сегодня он стал пастором, как такое может быть? Я думаю, причина только одна. Человек, который поверил в Бога, что Бог изменил его, из наркотиков вывел, у него появляется вера, у него появляется способность рисовать следующий шаг, картину. Поэтому у нас Денис Николаевич, когда там вылез из своих наркотиков, он нарисовал картину, что у него будет хоккейная команда. И недавно мы пришли смотреть на хоккей. Я хоккей терпеть не могу, прости, Денис Николаевич. Я мучаюсь. Но когда вы играли в хоккей, я болел, я кричал. Почему? Потому что я понимал, что это наша команда играет в хоккей. Это наши ребята. И я понимаю, что из них 90% это бывшие наркоманы. И они играют хорошо в хоккей. Играют. Почему? Люди верят в себя. Это огромнейшая сила нарисовать картину будущего и предоставить уже действие Святому Духу. Господь, я нарисовал картину. Как это будет? Да я не знаю. Да и откуда я знаю, как это будет? Вот как-то будет. Для того Дух Святой здесь и есть. Поэтому проси в первую очередь картину. Второе. Держи картину ясной внутри своего сердца. Почему ясной нужно держать картину? Дьявол всегда будет атаковать твою картинку. Он будет атаковать и приводить тебе кучу-кучу примеров, почему ты не сможешь добиться этого успеха. Вы помните интересную вещь, которую Господь показал, пример с Петром? Это огромная была история, которую мы разбирали в нашей церкви всего где-то месяц назад, но гости не помнят, может быть, не помнят, как мы здесь разбирали, но это место Писания известное, где ученики увидели Иисуса, идущего по воде. Иисус идет по воде, и мы часто думаем, что Иисус шел по воде просто, вот знаете, понтов нарезать, простите за слово такое, вот просто показать, а я умею по воде ходить, а вы все не умеете. Я убежден, что Иисус шел по воде, только по одной причине. Да он бы мог и летать в воздухе. Да ему вообще это не надо. Не перед тем он и рисуется. Он бросал вызов ученикам. Ему нужно было преподать урок, чтобы люди увидели. Ух ты, по воде это невозможно. Вот именно по этой причине Бог часто бросает вызов нам через людей, которые сделали что-то, чего нам кажется невозможно. Иисус шел по воде, и только один из всех этих парней, Петр, сказал, а можно я пойду? Идиотская идея. Но он говорит, можно я? И он понимал, что такое видение. Он говорит, слушай, я тоже хочу так же. Иисус, можно? Что Иисус ему сказал? Он сказал, нет, это я хожу по воде, а тебе нельзя. Он так сказал. Иисус сказал ему, иди. Иди, и Петр увидел свое видение, это был Иисус. Он понял, что нет ничего невозможного с Иисусом. Он вышел из лодки. Представьте, что такое сделать шаг для человека, если реально. Я уверен, что каждая история в Библии – это не история сказочников. Вот мне помогло в моей жизни, когда с моими мозгами атеиста, пропитанного атеизмом, знаете, растущего в коммунистической системе, для меня самое сложное было поверить в истории Библии, что они были реальные. Это не сказки, как нам рассказывают. И вдруг я понимаю, это реальная история. Это реальный парень, который плыл на реальной лодке. И вдруг он увидел, что человек идет по воде. У него конфликт. Но он говорит, можно? Иисус говорит, иди. И тот ногу вытаскивает. И он пошел. И он смотрит на Иисуса. Пока он смотрит на Иисуса, его видение ясное. Он идет за ним. Давайте дальше не будем копаться, что с ним произошло. Потому что люди потом говорят, ну он там увидел волны. Если бы он не увидел волны, если бы он не стал смотреть по сторонам, он просто бы смотрел на свое видение. Смотри на свою мечту. Смотри на свою картинку. Не смотри на тех, как у других не получилось. Смотри на себя. И смотри на тех, у кого получилось. Я всегда перед своими глазами рисую церкви, у которых получилось. Зачем мне рисовать неудачников?